Эти ботинки были куплены где-то в районе конца 90-х. Вот представляете, какие раньше качественные вещи делали. При том, что это никакой не бренд, а совершенно непонятная фирма. Но тем не менее, за все это время с ними ничего не приключалось. И вот, собственно, все, что я сделал, это подкрасил и подклеил. Почему я это сделал? Потому что, вот, например, вот эти ботинки стоят 5000 рублей. Они были куплены 2 года назад. При том, что я передвигаюсь исключительно на машине, вот такая степень износа. И вот вы мне скажите, из какого говна делают современную обувь, что она даже в автомобиле не выдерживает подобных нагрузок?